Как вы думаете, какая основная функция WhatsApp? Общение? Нет. Смайлики? Нет. Антивирус? WhatsApp – это средство для обмена остроумными картинками. Вам же нравятся открытки. Теперь они бесплатны и в неограниченных количествах. День рождения, 23 февраля, День Конституции, День Знаний. И не важно, сколько вам лет, для вас теперь это тоже прекрасный повод поздравить. Да и просто пожелать им хорошего дня. Да в конце концов, почему мы не можем себе это позволить? Ну а если я пишу сообщение, а они не отвечают? Для этого есть специальный набор открыток. Для угрызения совести. Также WhatsApp является прекрасным инструментом слежения. А, так, если он вчера поздно заходил в WhatsApp, что будем делать? Отправляем картинку о ценности сна. Если же ваш ребенок давно не заходил в WhatsApp, то вы имеете полное право искать его в полиции. А можно ли писать всем его друзьям? Не с ними ли мой Сереженька и почему он не отвечает целых 7 минут? Мне нравится ваш настрой. Можно? А если он сейчас онлайн? Вы знаете, что делать. Чувствуете непреодолимое желание скинуть это в беседу родительского комитета? Вообще, есть 4 стихии наших открыток. Спящие котики, алые розы, чашки чая и веселые мужики с большими носами. Используя все 4 компонента, можно сделать открытку на любой праздник. Ну, в конце концов, ну, у вас же тоже есть телефоны, да? Ну, делайте сами фотографии. Интересная тень, красивая елочка. Салют с балкона. Да, салют с балкона, например. Молодежная сорочка с базара. Пусть посмотрят, покупать не обязательно. А если мне пришло голосовое сообщение, мне надо его слушать? Нет, для нас WhatsApp это только бесплатные смски. В партии детского питания обнаружили битое стекло. Просьба всем это разослать. Но мы же не можем подвергнуть сомнению сообщение от дальней знакомой. Наверное, нам придется прервать лекцию прямо сейчас. Нужно вам дать время, чтобы вы успели оповестить всех своих близких. Наверное, вы думаете, что это первый в мире дисс на родителей, но это не так. Кстати, мама, дисс – это как раньше памфлет. Ну, ты понимаешь? За иронией этого ролика скрывается мысль о том, что только родители всегда думают и заботятся о нас. И каждая картинка с демотиватором из 2009 года – это всего лишь еще одно «Я тебя люблю». Выражаем благодарность мобильному оператору «Летай» от «Таттелеком». Подключайте «Летай». У них самое большое покрытие 4G в Татарстане. Так что не отмажетесь, что не ловило. И поэтому вы не посмотрели 10-минутное трясущееся видео с саксофонистом с юбилеем маминой подруги. Всем пока. Подписывайтесь на «Громкие рыбы».